Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Алексей, и мы начинаем новую эпопею прохождения игры Total War Rim 2. Потестил я немножко игрушку, попробовал записать. Блин, наверное, это уже пятая попытка записи этой игры. Надеюсь, она получится удачной. В общем, смысл в чем? Что я хочу рассказать? Значит, что есть как бы есть пролог. Я сейчас вот как бы, блин, говорю и понимаю, что я это уже пятый раз говорю. Ну да ладно. Значит, есть в игре пролог, да, это обучающая кампания, в которой как вы можете по как бы каждый из вас может понять аспекты игры, да, то есть это в тактическом бою, там немножко на глобальной карте, ну не глобально, а на стратегической карте и какие-то там еще моменты. Это вы, в принципе, все уже должны были видеть. Это нам не интересно. Нам уже больше интересна компания. Именно компания игры. Значит, что нам предлагает игра? Можно выбрать несколько фракций, да? То есть это римская фракция и три дома. Это дом Корнелиев с их плюсиками, их минусиками. Об этом почитайте сами на паузах. Значит, дом Корнелиев, дом Юлиев, дом Юниев. Это римская нация, фракция. Играть за Рим я не хочу, то есть сразу перечеркиваем эту фракцию и убираем. Почему не хочу? Во-первых, потому что как бы, ну, Рим, я думаю, это одна из самых сильных фракций должна быть, по идее, да, в плане игры против компьютера. Во-первых, тут даже написано, базовая сложность игры легкая. Даже если выставляем сложность игры там высокую, там легендарную, вначале нам будет очень легко. Потому что у нас есть за спиной Сенат, у нас есть хорошие союзники, у нас есть хорошие юниты изначально. Но Рим отпадает. Есть дальше Карфаген. Карфаген стоит тоже из трех фракций. Это род Гананидов, род Маганидов и род Баркидов. Наверное, быстро пролистал Маганидов. Вот, почитайте. Следующее, это державы Востока. Это Парфия, это Понт. Дальше у нас есть британские племена. За фракцию Ицены можно играть. Есть гальские племена. Это фракция Арверны. С базовой сложностью высокая. Забыл посмотреть, какие там другие. Ну, вы видели все прекрасно сами. Дальше это государство Диадохов. Это Македония и Египет. Германские племена за фракцию Свебы. И греческие полюсы, которые доступны только если вы купили DLC, если после выхода игры вы покупали ее, либо по предзаказу игры. Ну, это как я понял, по идее греческие полисы доступны только для вот таких людей, кто раскошелился там на 1000 рублей и купил ее по предзаказу. Значит, это Спарта, это Эпир, это Афины. За какую из фракций играть? Давайте сделаем так, вы выберите сами, да, то есть в комментариях вы отпишитесь, за какую из фракций вы хотели бы, чтобы я прошел эту игру. Я же лишь скажу свои предпочтения, я бы поиграл бы за Спарту, у них базовая сложность высокая, спартанцы это истинные воины, это да. И еще один моментик, да, то есть есть настройка кампании, нет, это не сюда. Условия победы. Так же самое, в условиях победы по принципу цивилизации. Есть военная победа, где нужно, соответственно, завладеть 140 поселениями, то есть завоевать ключевые точки и держать не менее 180 отрядов одновременно. Есть экономическая победа, с которой, значит, нужно получить власть над 90 поселениями, то есть меньше, да, то есть 140 и 90, разница есть. Поддерживать торговые отношения с 20 фракциями одновременно, захватить минимум по одной единице каждого стратегического ресурса. Там, ну, в общем, это денежная экономическая победа. Это для тех, кто не любит воевать, а любит развиваться. Есть культурная победа. Культурная победа это что? Изучить не менее 30
технологий из всех построить монумент. Ну, то есть для каждой фракции есть какой-то свой монумент. То есть монумент Леониду – это для фракции, я как понял, ну, которая сейчас у меня там стоит. Я так понимаю, что это Спарта стоит, раз монумент Леониду – это да. Захватить хотя бы по одному поселению в 45 провинциях, где доминирует ваша культура. То есть, ну, это как бы такая вообще, то есть лайтовая, видимо, версия. Ну, я хочу, конечно, военную победу, то есть это будет глобальное стирание земли других фракций, жесткая экспансия и владение полкарты мира. Вот, это что касается условий победы. То есть играть мы будем в военную победу, ну, в смысле, условия военной победы будут. А за какую фракцию выбирайте сами. То есть, опять же, предпочтение это к Спарте, да, то есть, потому что это воинственная фракция, то есть у них хорошие воины. Все прекрасно смотрели фильм 300 спартанцев и знают, как ведут себя спартанцы в бою. Также есть предпочтение за каких-нибудь фарманов, либо варваров, прошу прощения, либо за немцев, либо за галлов. Галлы, насколько я понимаю, это что-то типа французиков. Значит, да, либо галлы, либо немцы, было бы неплохо. Есть Парфия, такое государство, у них отличные всадники, наездники. Было бы тоже неплохо с ними за них поиграть, но как я знаю, что тащит игрой в бою это именно пехота, а не всадники. Но опять же, я могу ошибиться, у каждого есть свои тактики, у каждого есть свои бои. Значит, ну, отталкиваюсь я от базовой сложности, то есть что галлы, что Спарта — это высокая базовая сложность. За Карфаген особо нет желания играть, и можно было бы еще, в принципе, за Египет, у них базовая сложность средняя, египетская культура, она прикольная, Клеопатра, все дела. Это что касается выбора фракций. Дальше. По сетевым сражениям. Есть пользовательское сражение, которое вы можете сделать сами и добавить игрока искусственного интеллекта, повоевать, поучиться военным стратегиям и так далее. Есть сетевая битва. Это лобби, да? То есть вы можете создать игру, значит, пригласить своего друга. Кстати, можно приглашать до 8 игроков одновременно. То есть можно сделать такую глобальное сражение, что ни один компьютер, наверное, не потянет столь массовые бои, да, то есть если даже взять, например, крупные армии с казной ультра. Это будет просто мега эпично. Ну, нет, конечно, это все бред. Вот, то есть это поиграть можно с друзьями и так далее, да. То есть дальше есть быстрый бой. Это рейтинговое сражение с поиском случайного соперника по игре. Есть рейтинговая система игры, в которой можно посмотреть, на каком вы месте находитесь. Ну, за то время, пока я тестил игру, я выиграл 2 боя. И моя позиция на 1901 месте, у меня 2 победы, рейтинг такой-то, такой-то. Вот, играл бы немножко побольше, вот, наверное, догнал бы где-нибудь, сидел бы уже десяточки. Не, ну, игру, конечно, ну, десятка, да, 50 боев. Ну, что это 50 боев? 50 боев это, ну, сколько это? 25 часов в день, сутки. Люди сутками сидят, вот Анубис, он сутками сидит и играет. Ну да ладно, он задрот, запомните это имя, это задрот. Попадетесь на него в бою, пиши пропало. Так, ну дальше, то есть повторы, это, я так понимаю, если вы сохраните игру, вы можете посмотреть повторы. Ну это все ясно. Энциклопедия, да, это вещь шикарная, да, шикарная. Есть в каждом тутулваре, и можно выбрать любую веточку, ресурсы, да, то есть и посмотреть, что же вы можете, чем обладать, да. То есть ресурсов немного в игре, но они стратегические, они важны. Природные элементы, ну, все не важно, ладно. Вот, ну, как бы смысл в этом. Ну, чтобы как бы видео не было совсем уж маленьким, давайте мы покажем вам бой против другого игрока. Мы посмотрим, на что я способен в этой игре. Но опять же, напоминаю, игра вышла только вчера, ну, в России, да, то есть, ну, так вообще 2 сентября, по вроде как у нее релиз был. Вот, то есть, люди в основном играют
Александр. Ну вот, привет. Русский парень. Потому что вряд ли кто-то другой напишет имя Александр. Да, однозначно он российский, русский. Ну, хотя, может быть, и украинец. Значит, выбрал он Египет. Если ты выбрал Египет. Если ты выбрал Египет, да? Что есть у Египта? У Египта есть слоны. Да, слоны, слоны, слоны. Ну, хорошо. Играешь Египтом, давайте мы сыграем. Ну, я играл за Спарту, играл за денег. Блин, забыл, как называется. Арверны, да, то есть за галов играл, за спартанцев. В принципе, там было все предначертано. Но когда за спартанцев играл, у меня комп завис. Это как раз одна из записей, которая пофейлилась. Ну ладно. Египет против. Давайте Карфагена. Почему бы нет? Сбросим, значит, полководцев. То есть Карфаген — это те же самые слоны. Значит, это телохранитель полководца. Так, посмотрим об отряде. Жизнь у него 75. Мораль не очень. Нет, мы возьмем всадников аристократов полководцем. Есть умение полководца. Либо это истинный воин, либо это стратег, либо это командир. Играть будем, наверное, командиром. Мне ближе просто эта тема играть командиром, нежели как бы играть с другими. Кстати, отчет времени пошел, надо бы армию набрать. Ну, как бы по принципу, да, чем дороже юнит, тем он лучше. Вот так. Пехота с копьями, пехота ближнего боя, ливийская пехота, пехота с пиками против, видимо, слонов пойдет. Нам нужна какая-то еще тяжелая карфагенская конница, да? Либо слоны боевые. Нет, слоны боевые нам не нужны, нам нужна конница. И даем быстренько им левела. Накидаем сейчас. То есть тут никак все будем. Здесь не надо задрачивать игру, чтобы прокачать своих юнитов. Здесь достаточно вот так вот пару кликов, насколько позволяет казна. Ну, увеличить уровень своих юнитов. Ну, все, в принципе, достаточно мне этого. Александр, желаю тебе удачи. Значит, Карфаген против Спарты. Подожди, он выбрал Спарту, он изначально выбрал Египет. Ладно. Спартанцы, хорошо, 300 спартанцев, давай. Я знаю, как бы, что там за спартанцы. Там у спартанцев нету мечников, у них одни копейщики. Причем достаточно сильные копейщики с высочайшим моральным духом, воодушевляющие соседние юниты. Ну, то есть я немножко поизучал игру уже, примерно понимаю, что там будет у него за армия. У нас же, в свою очередь, есть тоже копейщики, хуже, чем спартанцы. Возможно, даже я сейчас всосу этот бой. Ну, а может быть и нет. Посмотрим, насколько он умеет контролить свои войска. Ну и так далее, и тому подобное. Дом без книг, что тело без души. Так, в режиме процентов все привлекают ближнего боя. И, ну, это как бы стратегические такие навыки. Я знаю, что такое режим перестрелки. Это когда нажимаешь лучнику этот режим, и он будет убегать при приближении врага. Вот, что касается игры. Значит, есть мини-карта, да, и есть туман войны. Ну, тут равнины, да, поэтому мы, в принципе, видим все. Кроме юнитов, которые спрятаны в лесу. Что там касается формации. Значит, наша формация у нас. Ну, мы стандартно играем. Левиафанская пехота. Сейчас крикнул. Есть. То есть, смотрите, я выставил свои отряды. Даже если я выделяю их в единый отряд, формация не сохранится. При передвижении будет вот такая вот бредятина. Они в шеренгу станут. Поэтому есть такая кнопочка, она вот здесь показана, это Ctrl-G, создать групповое построение. Мы ее нажимаем, у нас появляется замок, и он кричит «Hold this formation!» И мы можем теперь строем передвигаться по карте, тем самым строем, той самой формацией, которую задали мы сами. Значит, лес. Где будет бой проходить, я понятия не имею, но
но. Из этого леса будет атаковать легче. Мы прячем свою конницу здесь. Ну, все видели, как я играю в Сёгун. Вот. Значит, что у нас морали? 62, 83. Это пехота с копьями. А ты кто такой? Священный отряд. Ничего себе. Откуда у меня он? 83, 8. Да, да, это вот три отряда священных. Есть пехота 62 и пикинеры с маленькой, короче, моралью. Вот. Ну и полководец, как бы выбранный именно этим, как его, командиром, да, у него будут бафы. Бафы на отряды. Вот, давайте мы тут, да, можно чат написать. Мы пожелаем удачи Сашеньке этому. Ну и по-русски напишем. Не знаю, как это показывается. Ну, я вот здесь, смотрите, есть окно информации, но я всегда его включенным вставляю, чтобы смотреть статистики врага, статистику свою, какой отряд лучше, в чем он преобладает. Вот эти вот все вот навыки, их бы изучить досконально бы, это бы дало очень много плюсов. То есть там привычный к жаре этот ряд меньше устает в пустыне. У нас, по-моему, есть маскировка, атака в строю, боевой порядок, он дисциплинированный, не теряет боевого духа, лишившись военачальника. Да, вот хороший навык, то есть даже для моих вот этих африканских пикинеров дисциплина это очень есть. Эти ребята дисциплинированные, эти дисциплинированные, а вот эти, по-моему, да, тоже дисциплина. То есть при потере военачальника войска не будут паниковать и убегать. Ну, это нам игра об этом говорит. На самом деле все не так. То же самое. Убит военачальник, мораль упала. Армия бежит и так далее. Да, вот они. Сплотить ряды, выше стяг. Это именно навыки командира. Есть напор, который надолго повышает... Натиск, по-моему, да, там натиск написано было. А, да, эффективность натиска. Ну и смотрим, да, то есть он, интересно, умеет ли он управлять своим стадом. А, он играет от оборон. Блин, я не посмотрел, кто в атаке, я или он. А у него есть стационарное оружие, то есть это гигантские баллисты, которые будут сейчас бить по нам. Надеюсь, мимо. Так, мимо. Ну, я никого не потерял, судя по вот этим вот датчикам. Мы сейчас никого... У него есть хорошая конь... Ну, как хорошая? Относительно хорошая конь. Защита у них маленькая в ближнем бою. Граждане-всадники против, допустим, нашей защиты. И бонус натиски урон оружием. Урон оружием одинаковый. Ну, то есть мы всосем бой конницы. Если пойдем на 4 отряда. Плюс он построение ромба. Стоит. Ну вот как вот с такими людьми играть, которые сейчас вот он просто стоит и расстреливает нас вот этой вот херотенью. Он контрит генерала, но пока ни по кому не попадает. Баллиста у него слабая. Так, у него также есть лучники, поэтому мы будем заходить через лес. Ой-ой-ой, по-моему, вот сейчас, да, воткнул он там, убил кого-то. Хорошо, заходи в тыл. Есть тоже построение ромбом. Значит, передвигается в наступательный ромбный порядок. Бонус при натиске, атака в ближнем бою. Да, можно построить ромбом и убить эту кавалерию. Больше никаких навыков у нее нету, в отличие, наверное. Ну, а пехота потихонечку двигается, прижимаем мы его. Вот так вот с лесу. Тут пошла мазута. Так, спешиться все двое нам не надо. Это мечники против пехоты. Ну, здесь как бы, скорее всего, два отряда мы этих потеряем. Но у него тоже довольно-таки много конницы должно полечь. У нас защита в ближнем бою больше. Атака одинаковая. То есть мы воюем дольше.
соответственно, урона должны нанести больше. 60, а здесь 47. Ну, ладно, конница погибнет, да и хрен с ней. Мы же, соответственно, сейчас втащим их. Ну, баллисты они оставляют, ну а мы, соответственно, двигаемся и убиваем вот этих вот царских спартанцев. Это сильный отряд. Спокойствие нам даст выдержать натиск врага. И дадим еще сейчас кнут. Выведем два отряда этих из группы. Да, конницу мы всю потеряли. Я хочу их... Ой, нету кнопки нажал. Вот, все. Ну а вы дальше надо двигаться. Так, конница там воюет, мы сейчас немножко протащим ее. Натиск. Перешли. Идем дальше в атаку. Стремительное наступление у нас есть. Я сказал в атаку. Вот. Так, немножко подведем генерала своего. Царские спартанцы. Ну, конец, смотрите. А, не, ну вот ладно, ведет. Поэтому на прикрытие нам нужно все-таки оставить один отряд против конницы. Я не понимаю, почему он вот тыкает, но стрелочка не появляется к атаке. Вот, я слышал по звуку это. Теперь мы даем бафы для наших отрядов. И кнут еще. Так, то же самое делает и он. И первый отряд у нас отъезжает. Стена щитов, ну и так далее. Ладно, здесь он защитил. Бежим мы начальником сюда. Heavy cavalry! Riders at the double! Riders advance! Убить бы лучников было. Так, ну вот у него один отряд наконец-таки тоже отходит. Фаланга гоплитов. Сомкнутую фалангу. Монус против конницы мы получаем в этом плане. Это тоже хорошо. Ну и вот этих ребят... Не-не-не, подожди. Уничтожить бы. Лучников пока занимаются. Так, ну что ты, конница, не хочешь умирать-то? Союзники бегут. Хорошо. Так, минус один отряд. Так, генерал, ну чуть... А, пехота с копьями, да. Не нужна она. То есть не надо нам воевать с ней. Мы убегаем от нее.
По-моему, вот эти ребята ничем не занимаются. Тут война продолжается. Блин, ну подтормаживает, да, конечно, игрушка. Где наши пехотинцы еще? Да, вот он кнут. Спокойствие, спокойствие. Ой-ой-ой. Генерал чуть не убежал. Пусть генерал его бегает там вдалеке. Нам нужны бы еще бафы. Так. Тут пока тащит. Блин, как же долго он бьет эту кавалерию. Построение фаланги. Еще стяг мы кинули. Ну и наши войска все-таки проседают под копьями спартанских войск. Но они действительно сильны. Тут лучники. Вот, и он выигрывает этот бой, потому что как бы... Потому что я... Не знаю еще, как играть. Да нет, но все правильно он сделал. Наконец-таки мы здесь конницу убили. Да, генерал погибает, ну и он затаскивает этот бой. Ну, спартанцы, да, я еще раз говорил, что у них шикарный моральный дух у пехоты. То есть там один отряд вот этих тех же самых царских, а спартанцев может держать там 3-4 отряда пехоты. И не хватит урона, чтобы их уничтожить. Бонус натиска нету никакого. Да, убегают наши. И он побеждает в этом бою. Завершаем битву. Ну вот примерно вот так вот происходят бои. Первым блинковым, хотя как бы до этого, что записывал, я... всегда у меня получалось победить. Но спартанцы есть спартанцы. Вот он, 168 человек загубил. И вот этот. Наши у нас только мечники отлично сыграли. Как... Ну и все, а конницу мы потеряли. Надо было ее не выводить, а уничтожить лучников. Вот, вот допустим, да, застрельщики. В принципе, никакого урона, не, ну там 32 солдата, 8, 20, 27, ну то есть смысла от них нет, ну 26 это херота постреляла. В основном сила вся в пехоте, то есть вот эти, вот этот отряд неплохо там отыграл. Нет, мы не будем с Лоделем играть, мы, извини, но немножко ливанем. Вот, то есть это я вам показал сетевые сражения. Буду вас баловать немножко побольше еще тоже и в этой игре с сетевыми боями. То есть создадим какой-нибудь плейлист, сражаться с людьми. Мне интересно, но в основном будет эта кампания. Будет же также и совместная кампания с Димкой, с Помидоркой за решеткой. Не знаю, в каком формате она будет. Либо стрим, либо запись, либо там запись у меня, монтаж у него. Ну, в общем, это мы договоримся, мы решаем этот вопрос. Вот, ну, опять же, остается выбор за вами, за какую фракцию мне начинать играть. А на этом я с вами попрощаюсь. Всем спасибо, всем пока.